Полицейские задержали подозреваемых в краже автокрана со строительства участка трассы Москва-Санкт-Петербург. Дело было в Малавишевском районе возле деревни Дворище. Дорожники обнаружили, что ночью кто-то похитил стоявший на территории строящегося моста автокран КАМАЗ, а также бензиновый генератор. Общий ущерб составил более 2,5 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанный автокран в Кирижском районе Ленобласти. При попытке вывести технику сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых злоумышленников из Ленинградской и Смоленской областей. У подозреваемых изъяты рации, отмычки и мобильные телефоны. Оба мужчины арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.